Всем привет! Привет! Мы сегодня снова вещаем вам вдвоем с моей свекровью, с Абагатанэ. Вы просили у меня чаще ее показывать, и вот я уговорила. Мы приехали сегодня на шопинг. У нас сегодня девчачий день, с самого утра. Решили немножко погулять по магазинам вдвоем. Мы решили сначала сдать машину в мой, потому что у меня вся машина просто в какашках птичьих. Вот здесь дороже, чем везде, но пока шопишься, можно не беспокоиться. Мы долго думали, куда поехать, и приехали в Point Barnova, но тут как-то все печально. Чего-то все закрыто. Решили начать с H&M, посмотреть, что тут есть. Нам нужны футболки, ну и так по мелочи. Мне нужны шорты, потому что я очень сильно похудела и выросла из... Точнее, ну да, мне все большое теперь. Шорты по 229 лир, но они совсем никакие, они совсем простые. Видите, самые маленькие мои шорты на мне просто-напросто болтаются. И это вот я без сахара питаюсь, я не ем сахар сейчас, вот так похудела. Смотрите, какие футболки. 7-Up Fanta. Реклама. Да, ходячая реклама. А здесь Кока-Кола, да. Хочешь быть ходячей рекламой, присоединяйтесь. Сейчас очень модно вот такие тапки. 169 лир. Но они такие грубые, вот. Сам бы я не умусу. Да, я тагимил. И вот уже. У меня такие, я в таких сандалях. А Ирма? Ульдрюжексин был, а я кобыля. Ну, на самом деле, вот мои тапки. 3 года в них хожу. Я, ребят, конечно, все понимаю, но вот эта юбка. Вот эта юбка, я даже, ну вот если даже она будет где-то на поясе, то она будет где-то вот так. Она даже элементарно попу не закрывает. Вот, элементарно попу не закроет. Как вам юбка? Ничего, такая маечка, такой топик. Симпатичный. Пойду спрошу. Нелерсен? Да, ма? Вот так. Эвет. Мы решили зайти в Мави, потому что здесь бывают прикольные вещи. Может быть, что-то найдем. У меня вот такая вот зеленая. Мы хотим свекрови такую посмотреть. Смотрите, здесь разные цвета. Эвет. А я вот думаю... Güzelma? Bakalım o zaman giyinelim. Ne bu? Kaç? S. Я уже не знаю, может мне X брать. Смотрите, тоже прикольная рубашка. Может взять. Итак, лот номер 2. Слушайте, она прикольная. Вообще, такая крутая рубашка. Güzelmiş. Değil mi? Tamam, ben beğendim onu. Evet. Вот такую вот блузку мы выбрали для свекрови. Это был самый маленький размер. Под этим платьем еще и шорты уместились. И как я буду дальше одеваться-то? Я как в халате. Мы решили еще зайти в Бойнер. Мы купили блузки, а теперь пойдем в Бойнер смотреть, чего тут есть. Я все время хожу на Birkenstock пялись, и они у нас по 1500 лир. Мне всегда жалко просто на них денег. Вот здесь мое платье. Фабрика, да, марка Фабрика. Оно стоит 329 лир. Я его показывала в одном из видео. Футболки длинные. Кстати, часто бывают акции. Три бери, два плати. Что? Взять себе вот такое вот оранжевое платье и ходить. Здесь вот разные шорты. Это катон. Катон даже уже, знаете, стоит по 300 лир. Вот. Но это типа экологичные шорты. Мы пришли, все кабинки закрыты, я тут с кучей вещей, в Бойнере куча марок разных, всегда можно что-то себе найти.
а в кабинку не попасть. Платьишко такое милое, но оно какое-то, не знаю, длинное и очень плотное. То есть в нем будет просто жарко летом. А вот это платье вообще идеально. Это марка Фабрика. Вот, но мне все вещи этой марки очень-очень идут. Сейчас посмотрим. Сейчас у нас почти все шорты, это дранина. Вот. Я не знаю, как бы, но мне не очень хочется. А, стоят, кстати, они 400 лир. Вот, сейчас другие еще померяю. Я вообще не понимаю, в чем прикол. Шорты, которые на мне 36 размер, и они мне огромные. А эти 36 размер, я в них еле влезла вообще. В общем, я решила взять обычнейшие джинсовые шорты, без дранины, с высокой талией. В общем, самое-самое то. Это катон, и стоят они 250 лир. Уже даже катон стоит, черт знает сколько. Смотрите, какая прелесть. Торговый центр, магазин часов, и котику поставили водичку, чтобы она попила. Вот так вот заботиться здесь о животных. Мы обычно сюда не приезжаем, я не знаю почему, как бы в Point нам дорога не лежит, но тут тоже симпатично, мы кофе идем пить. Что, мы в Starbucks. Это у нас сейчас в России уже запрещенка, насколько я знаю. А в Турции, кстати, это, ну, буквально самый дешевый кофе. Например, смотрите, латте, да, стоит 20 лир всего маленький. Мы закончили наш шопинг, будем пить холодный наш кофе, холодный латте. Они дальше на лучшем мой чок север. Я все это. На самом деле, свекровь, у нее очень классный вкус. Мы купили ей две блузки, купили мне платье, купили шорты. И причем он даже на самые короткие шорты всегда говорит, ну что, нормально, бери. Вот такое вот у нас видео получилось. Надеюсь, вам понравилось наше маленькое приключение. В комментариях, что вы думаете, подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Все, стоит моя красота. Чистенькая. Видите, как удобно. Сразу же пришли, пошопились и помылись. Все, поехали.